И у нас ее и рубом. Чуть-чуть сменим дислокацию, то в ту сторону ноги у меня уже затекли, в эту сторону я уже никакая. Короче, капец. 9-й эпизод Project X. Поехали. Посмотрим, что решили зрители. Нравится ли им так же Дидар, как и мне. Да, переживаю за Дидара. Если говорить о решении Арбалатака, я думаю, это правильно. Когда я пришел в проект, у меня были сомнения с Диматхут, так как я был младшим. Я думал, что буду портить баланс группы. Да тебе, ты молодец, конечно, ребенок. Хорошо поешь, классно. Я стану стажером. Через несколько лет получим свою возможность. Да. Дали выбрать стажировку или финал. Я выбрал стажировку. Потому что я думаю, что еще не готов быть в группе. Да, тебе нужно еще развиваться. Причина, почему я не пришел в финал, в первую очередь, из-за меня самого. Во-вторых, я не смог работать в команде. Это тоже помешало. Я расстроился из-за того, что не пришел. Тетю маленькую. Давай. Над вокалом поработай и давай, приходи. Шансов очень мало. Ну и сердечки, которые поддерживают меня, они всегда со мной. Я маленький. Не буду терять надежду до конца. Не теряй, правильно. Первый раз меня в проект вернули зрители. Спасибо вам за это. Но я не думаю, что они смогут это сделать в этот раз. Ну ты красивый, должны. Хотя... Кто узнает, посмотрим. Ищу вину только в себе, в серии. Конечно, упало настроение. Достанчик. Das. А, у него прикольный никнейм Das. Так, странное чувство. Атлант. Но все еще есть надежда. Да сколько человек могут вернуть зрителю? Я так и не поняла. Ради того мы готовились и трудились. Упало настроение. Но на этом жизнь не заканчивается. Ну, правильно, с одной стороны, рассуждаешь. Конечно, будет падать настроение, кто бы не пришел. Следующий тур прошли хорошие ребята. Вы все хорошие, чего уж вы. Наконец-то Ири. Пучу глазки, нет ура. Привет, ребята. Кто к вам добавится? Давно не виделись. Соскучилась по вам. Ну, тимоники. Как вы? Худосо. Хочу поздравить вас с выходом в финал. Отлично. Рэй не пройдет 100%. Я не думаю, что ему дадут. Хотя я не помню Джи Стейдж, поэтому... С помощью голосования на сайте еще один участник заново к нам присоединится. Какой? Всего один, значит. Значит, не Дидар. Если выбирать из всех мальчиков, кого-нибудь другого точно выбрали. Потому что рэп не все любят. Я люблю рэп. Делятся на команду. Ocean. Команде Кози будет. Такие мелкие еще все. Где ты? NB. Идешь к малышу Мохито. Хан. Вот сюда. Как и ржет. Ну что, поверил? Дарку идет. Абу. Алиса Кжол и Рэй. А, чертова муха. Как ты мне достала сегодня уже. Остались два участника. Ай, куда пойдешь? Да, такой.
Я хочу извиниться. Но Рэй и Ай должны поменяться. Специально, что ли, делаешь? Пошутила? Или она просто то, что дети-то порадовались, решила их немножечко вздернуть? Так, 4-4, а кого вы хотите вернуть еще тогда? Одного человека. Какие задания приготовил Ирбулат? Первое. Ни одно даже. В финале вы... будете исполнять новую авторскую песню. Но... вы будете исполнять на одной сцене в один момент все вместе. Понятно. Ничего не понятно. Разъясните. Будьте готовы. Ну, давайте послушаем песню. Рэй, так глаза загорелись. Ну, в плане он такой классный, типа, звучание. Понравилось? Да. Рэй понравилось, точно. Сразу видно было по лицу. Второе задание. Вы в финале. Как одна команда будете показывать танцевальный номер. Да, так поняли мы уже, что они будут как одна команда. Плюс ко всему этому, это лишь малая часть всех заданий в финале. Сейчас я дам вам визитку. Каждой команде по этому адресу вы сможете найти следующее задание. На высшем уровне. Финальный экзамен. Будет показываться в прямом эфире с полным залом. С полным залом. Тьфу, в полном зале. Готовы к сцене, дети? Дорогие зрители, финал пройдет 25 июля. В прямом эфире. Не упустите. Вместе узнаем, кто будет в новой группе. Пока. Кого вернули-то, может, скажете? Какая реклама пошла? Концерта? Лема. Батырхан Маликов, здравствуйте. Не волнуйтесь, свободно, спокойно. Свободно, спокойно. Как вы? Поздравляю с тем, что пришли в следующий тур. Помните, вам давали песню в тот раз? Было две песни на четыре команды. И сочиняли что-то свое, писали текст. Мы опять будем рассматривать следующую песню. Не совсем понравился продюсеру трек. Нужно написать ее лучше. Сол тұрғыда, қазір біз бөлік командаға тағы жеткелді. Господи, Суаст, зачем они поставили ее там, как ментор? Буду вашим другом. Такой типа пытается наладить контакт с детишками. Я пел чисто в такой манере. Типа, примерно сидит в этот дом, я жерде, или там вечером, да? Мы к вокалу готовились вот так, снимали каждую фразу. Прохлызым рэп в тендене вообще, что? Или? Прохта вокал-то поставлен.
Екеуінді алып жүрге болады деп ойлаймын негізі. Мне сказали, что в группе должна быть одна позиция. Он решил выбрать рэп. Он хочет заниматься и тем, и тем. Текст не пишешь, да? Только начал? Да. Как долго ты пишешь? С тех пор, как пришел в этот проект. Ты собираешься дебютировать? Вот так, если что. Будет сложно. Если бы давно писал текста, то окей. Можно говорить четко, я рэпер. Но по моим наблюдениям, даже Зака и Зи смотрят на текста, которые писали 4 года назад, и говорят «фу». Спрашивают, что я написал. А у любого творческого человека есть рост. В рэпе нет такого, что достиг определенного уровня и стал крутым, ты идешь дальше. Зака сказал, Зи, каждый день что-то новое выдают. Ты картофель каждый день смотрели. Типа текст. Текст писать. Такую перемешку. Это русском. Я вокалист афроамериканцев. Сообщение вылезло. Отвлекло меня. Парализует руку. Все. Мне нужно срочно менять дислокацию. Но это невозможно. Поэтому сидим до конца серии. Даже середины нет еще. 45 минут, господи. Может, давай попробуем, Лемка такой Зак, позитивчик. Партия Аиса. Не говорите мне про Аиса, пожалуйста, вообще. Обычно, когда мы что-то пишем, бывает, я самому не нравится. Если подойдет Бала и споет то же самое в своей манере, то будет фишка. Или Эйс, не могу спеть здесь, нужно достать высокую ноту. И он поет. И как будто уже все по-другому. Кажется, каждая из своей сильной стороны. Ну да, и это нужно все комбинировать, так как мы команда. Вот если бы эту часть спел, было бы отлично. По части вокала. Крутые. Парни крутые. У каждого очень сильный голос. Здесь должна быть не помощь с моей стороны, а то, что лежит внутри парней. Моя задача вывести это наружу. Я буду только с этой частью им помогать. Давай. Просто вот так обращаться с Алимом вживую, спрашивать у него советы. Для прежнего я это была мечта. Для настоящего я это реальность. Очень интересное чувство. И очень рад. Даже не могу поверить. Ну, тебе повезло, малыш, в этой жизни увидеть Алема. Да и вообще, закуська. Закой. Привет. Дулат, здравствуй. С сегодняшнего дня я буду вашим ментором. Вернем. Будем готовиться к финалу. Опять будем работать над этим же треком, да. Так, надо менять место, иначе все. Старость не радость. Молодость не жизнь. Так, тихо. Тихо, сейчас столько шума будет из этого трека. Нет вообще о вашем будущем. Так, ой, ничего не вижу. Сорян. Мощно. Сколько лет ты рэпом занимаешься? 3 года. Ты? 3 месяца. Фига. 3 месяца всего. 3 месяца и 3 года. Разница. Мне нравится сам. Я не хочу у кого-то повторять, я хочу упускать то, что лежит внутри меня.
Нет, это же не повторение. Ага. Хочу потерять свою версию. Нужно почувствовать вайб. Вот аранжировщик сам минус привет. Ты должен построиться под этот бит в любом случае. Ну, так как все топ пенис. Трэп, бумбэп. Бумбэп, бумбэп, бумбэп. Смотря какая, да, какой бит. Трэп и бумбэп — это разные вещи, так что какой бит ты возьмешь за основу? Сижу такая, знаток рэпа. Ты уже не человек там. Ты без ничего. Поэтому кайф звука. Каждый раз ты разный. Я когда пришел в первый раз, до этого я очень много матерился. А сейчас матерюсь только снаружи. Много матерился. А, я писал тексты на темы, которые были запрещены. Мне так нравилось. Потом пришел в группу. Понял, что здесь все по-другому. Здесь есть запрещенные темы, есть темы, о которых можно говорить. А есть эмоции, которые можно давать. Угу. Варьируешься. Когда вокалисты будут подстраиваться под тебя. Рэй так внимательно слушает. Здесь чуть-чуть по-другому. А ты что? У тебя что? Все нормально? Зашибись. У меня нет ограничений музыки. Слушаю все, что нравится. Меломан, короче. Если ты, например, будешь слушать джаз, блюз, рок или другие жанры. Ты становишься другим. Просто из-за того, что. Разные жанры нужно слушать. Я тоже меломан. Все, от дабстепа до рэпа и классики могу послушать. Собираешься украсть эти слова. Просто расширяешь кругозор. Блин, он такой философ просто. Какая проблема? Мы выпускаем трек. Многие говорят, что непонятно. То есть они слышат, но говорят, что непонятно. Или говорят, что слова непонятны. Или еще что-то другое. Читаю. Не могу столько болтать. Система более. Рэп жазу деген бөлек нәрсе, жалпы ән жазу деген бөлек нәрсе, поп ән жазу. Ал қалғандардың жазу жүрген әңгімесі ол бөлек әңгіме. Сол үшін ақындардың жазуымен біздің жазу салыстыруға болмайды да негізі. Это как типа футбол же круче, чем баскетбол деген сияқты. Это дебилизм. Сол үшін андай да. Правильно рассуждает. Трек шығыватса, адам түсінбейін деп атса, яғни сен де түсініксіз айтасың. У каждого свои вкусы, поэтому. Потому что вот сундайки просто. Вот повторюжен. Казахский не стмели. Казахский не делал, он дает трек терлист. Целую лекцию прослушали. Тут вся вселенная должна перевернуться после разговора с Закоем. Я есть хочу. Время 5 часов вечера. Надо, наверное, и поесть. Особенно вокалисты режиссер везде. Андрей вот, да? Да смотреть только надо. Сегодня 9-й эпизод отсниму, пока хватит. Коротко, но круто.
Я надеюсь, что меня слышно. Ладно, потом, если что, буду налаживать звук. Поэтому пока есть телевизионный язык, более акцентируйтесь именно на словах, которые цепляют, заедают. Плачет там как щедрин. Мини-панчлайны. И учитывают то, что вас могут. И это нормально. Ай, моя нога. Капец. Отнимается рука, нога. Все, все отнимается к чертовой матери уже. У нас на РСЭ вайт перед более такой, типа... Биржа она как-то такой... Спина отстегивается. Чтение агрессии слова. Чтение кикиту и варшни. Бірдене бүлдіп қойып күліп тұратын жігіттер бар ғой, сондай сияқты, типа, кішкене сондай бір байып бар, типа, маған бәрі бір деген сияқты. Мен қазір мына істеп тұрсадым, типа, может саған... Может етеді болған емес, все равно. Типа так. Типа сондай бірдеңесі бар. Немного саркастически, чуть-чуть. Это то, что я чувствую. А что чувствуете вы? Можно подумать. Господи, он так загрузил. Бедные дети тут. Ну, Рейта как бы его понимает, а все остальные-то прям подзагружены. Я не хочу, чтобы мои ребята были биксы и пешались. Не, серьезно. Раз попробуем. Группу откроем. Будем в чате сидеть. Ми-ми-ми, давайте-ка. Парни-интроверты. Все. Мне сразу открывается, но это хорошо. Хорошее качество. Козы я заметил, уверенность в себе. Ударка. Еще и хороший психолог, ко всему прочему. Какой-то барьер. Я удивился, когда видел Зака, но я не показал этого. Не знаю почему. То ли я был немного уставший. Не мог показать свои эмоции. Это было неправильно, на самом деле. Өзім тыңдайтын Қазақстандағы 5 рэпер. Зак, Эйзи, Жилеті, Белакур, және де сол бір кез. Сосын не тұрғанда. Я помру, пока до конца серии доживу. Біраз уақыт болды, сол уақыттың аралығында біраз тәжірибе жинадым, соның арқасында өзімді көрсете аламын деп ойлаймын. Келетін адам біздің тапқанбыз деп ойлаймын. Егер вокалист болса, ал егер бекер болса, біздің тапқан. Кто вернулся-то? Расскажите уже. Сәлем, жігіттер. Привет. Ал бүгін дауыс беру нәтижесі бойынша көрермендердің таңдауымен жобаға по результатам голосования кто вернется в проект. Решающий день. В финале только одно место. Участник, который набрал больше всех голосов, который присоединится сегодня к вам. Я ничего не жду. Зрители захотели видеть его в финале. Главное то, что он выбор большинства. Так, типа, успокаивает их. А мне все равно, кто вернется. Набрал свыше 21 тысячи голосов. Который достоин быть в финале. Выбор зрителей. Его зовут... Дәулет!
Привет, маленький. Кош келдин. Кош келдин. Ал, Даулет. Ал енді. А теперь в финале ты. Сен. Будешь выступать в группе X1. Угу. Удачи, друзья. Готовьтесь, потому что будет прямой эфир, вы знаете. Поэтому удачи. Целую. Хорошее настроение. Маленький радуется. Хочу сказать спасибо всем, кто голосовал за него. Всем спасибо. Очень рад ребенок. Не хочется расставаться ни с кем. Райангелочек. Или другие участники, неважно, поэтому ты их видишь, и сердце наполняется чувством. Они стали очень близки. Ну ты мой хороший. Не часто плачу. Но есть внутренняя нежность, господи. Ты такой лапушный. Команда Богом Айдын для меня самая теплая. Когда свои возвращаются, да? Атлант, Сири. Сири, помогите. Они все талантливые. Мы выступали на сцене на одном уровне. Это очень сильно. Особенно не хочу расставаться с ребятами. Все печальненько так. Близится к финалу. Работают. Так, гармонию создают. Двумя голосами. Хотела сегодня 91 ТВ снимать, но не знаю, хватит ли мне сил сегодня снимать что-либо еще, потому что я уже все, как выжатый лимон. Вообще в кадре-то. Хан. Тарсен Хан. Как его зовут? Тарсен Хан? Нуар. Что такое? Слова не выучил? Соберись. Сразу стало как-то немного стыдно, потому что никакой из рэперов не был готов рэп. Зря эти дары не взяли, вот что скажу вам. Кстати, где сейчас Дидар? Быстро мне напишите в комментах, где Дидар. Сольный он исполнитель или что там с ним случилось? Меня интересует его жизнь. Как ты на это смотришь? Калай карайсын? Калай карайсын? Блин, как скоро там закончится серия, я уже не могу. Я хочу кушать, я вообще хочу поменять уже позу эту, потому что... Мне кажется, у меня уже и нога отнялась, и рука отнялась, и все отнялось. И я уже не знаю, как сесть, чтобы было не такое чувство. Вы опять выпустите это. Все, что нужно, держаться свободно. Здесь вы не... Да, спасибо за урок, Ирбулат ага. Когда я пел, я обернулся назад и опять вперед. Не понял, стоит Ирбулат ага, сразу встал на свое место.
говорил про участника, который будет в финале и в группе. И внутри начал думать, может, это я. Но с другой стороны, пытался отдалиться от этой мысли. Зачем ты отдаляешься от этой мысли? Кто это? Кто это? Просто соберись. Если у вас нет вопросов, у меня есть новость для вас. Я вижу одного участника стопроцентным мембером группы. Он будет в группе. В финале будет участвовать. Нейтрон, что ли? Или нейтрон, как его там называют? Все по-разному. Угу. Он самый. С сегодняшнего дня будете работать вместе. Будете вместе жить. Финалист проекта Карабер. Но я решил, что в этой группе не хватает рэперов. Вирус, он сам выгнал Дидара. Теперь говорит, не хватает рэперов. Ирбалат, ага. Минус вам в карму. Везде плюсовала всегда. Минус карму за Дидара. Один. Минус один. Бір ағза сияқты, бір адам сияқты сахнада тұру өте мен үшін ол қорқынышты. Ты рэпер или кто? Соберись быстро. Страшно ему. Должен быть наглым, если ты рэпер. Ну, наглость не должна, конечно, превышать пределы какие-то, но должна быть уверенность в себе. Вот, что скажем. Жестур. Ага, вот как раз же стейдж. Вы будете участвовать в стейдже все, что ли? Или что? Нужно больше практики до дебюта. Всем удачи. Но они же еще не дебютировали, насколько мне известно. Просто сформировались только. Что с текстом? Соберись. Нейтрон только типа. Что я сейчас услышал? Я думаю, что нужно менять. Мы были при создании этой песни. Нужно текст увидеть. Ты писал текст. Рея и козы. Караван, поход, концепция. Используя сложные слова, да, с одной стороны, я понимаю. Так как ты рэпер, хочется использовать сложные слова. Хочется показать свой словарный запас. Но мы делаем не рэп. Мы делаем поп. В поп-музыке слова должны быть легкие. Чтобы человеку легко воспринималось. Угу. В общем, нужно поработать с этим. После того, как выйдем отсюда группой, эта песня станет нашей. То есть с момента объяснения, по сути, сути песни зрителям происходит сейчас. Өлеңін қалай пайда болу кезінде көрмеген тыңдармандар өзі білмейтін қалай жазылады. Вот соны. У нас сейчас отличная возможность открыть и показать это. Балашка меня спросил, как будем делать. Я ему сказала, чтобы не было много информации. Неге үйтіп айттым, өйткені мен сіздерге ертең битпен мотив барған кезде сіздер қалай реакция жасайтындарыңыз маған қызық болды. Яғни сіздер оны қалай. Он что, старше Балу? Раз он называет его Балашка, так по-милому так. Ну, Балашка, конечно, маленький у нас же ребенок. Я открыт. Не стесняйтесь, подходите, спрашивайте.
помогу, чем смогу. Потому что завтра мы с вами можем оказаться в одной группе. Обидно, что у народа есть очень маленький интерес к казахскому рэпу. Остается как хобби. Не становится целью их жизни. Почему? Не хотел бросать свое творчество в пустую степь. Просто так. Ерболат так объяснил ему все. Пришли к такому решению. Все-таки нейтрон он. Потому что нейтрон его называли. Но я-то знаю, что он нейтрон, конечно. Судя по тому, что, как написан его никнейм. Для меня он человек с большой буквы. Во-вторых, у него огромный опыт. Я только начал заниматься рэпом в этом проекте. Поэтому нет никакого соперничества. Буду стараться брать его в помощь. Да, не понравилось. Отчитали тебя? Ну что поделать? Мне свой рэп не нравится, например. Если сказал, значит, наверное, сказал правду. Соберись. Он же нейтрон. Я бы понял, если это говорил человек со скиллами ниже моих, или человек, который не имеет отношения к рэпу, или вокалист. Но он же рэпер. Сильный рэпер. Не просто какой-то рэпер. Конечно, принимаешь. Может, со стороны будет выглядеть, что я грубо им что-то сказал. Да нет, в принципе, ты все по делу сказал. Ты, наоборот, как-то по-дружески это все им объяснил, что они должны понять. Ты это как-то без гонора сказал, чтобы они там прям воспротивились. Так прощаются с уходящими. Так, тихо. Маленький плачет. Не реви. Да не плачь, Дидар, ты-то хоть не плачь. Ууу, Рэй плачет. Серия. Ты мой хороший. Жартлай Мэриден Мэриге веткен баларга кеткан Литлин сендер мақтысындар. Кто бы мне так вытер слезки? Сири, не хочешь явиться и слезки мне вытереть? Зараза. Мус плачет. По идее, я не плачу. Мне просто... Сразу вспоминаю одну шутку. Ну ладно, не буду говорить, я то придется ставить 18+, потом на это. Мужики не плачут, они... Глазами, короче, не буду договаривать эту фразу. Ну что ж ты плачешь-то? Тихо вам. Мне сказали, что я не верю в себя. Господи, Дидар, не плачь. Ты маленький. Грустно. Давайте все выбывшие, собирайтесь в одну группу. Все поплакали. Ой, так утирают слезки, так мило. Мы ужасно привыкли друг к другу. Мы знаем, кто какой, кто что делает, кто какую футболку надеть, кто что хочет есть, сколько идет спать.
соның бәрін білеміз бір-бірімізді. Давай такие милые вещи не говори тут. Давайте уходите вообще молча все, без текстов. Фанатов спасибо за то, что всегда поддерживали меня. Маме и сестренке, конечно, моим друзьям. Не реви, ради бога. Вы лучше всех выступили. Где мой дидар? Быстро мне все. В комментах. Мне в комментах больше ничего не интересует, кроме как где дидар. Что с ним? Сыри, что с ним? Какое у него будущее после проекта? Меня интересует этот факт. Конечно, не конец. Все будет хорошо у вас. Достанчик. Маленький плачет. Да не реви, ты хороший. Достан. Не смог сдержать слезы. Дас. Потому что они поддержали меня. Большое спасибо. Многому научился для себя, пока был в проекте X. Как нужно работать с камерой, как нужно держать себя на сцене и расписываться так мило фотографу. Не включайте грустную музыку. Еще Джухон говорил это в Monster X-Ray. Monster X-Ray, не включайте грустную музыку. С тех пор мы повторяем эту фразу всегда, даже в любой дораме, когда грустную музыку врубают, не включайте грустную музыку. Зачем? Они и так ревут. Когда осталось совсем чуть-чуть до мечты, талант. Хорошо поет парень. Акжо, мой друг, стал мне близким человеком. Мучик платит. Ой, берите ребенка. Зачем вы его мучаете? И меня тоже вместе с ним. Здесь все финалисты, мои друзья. Атланта. Никогда не буду ее стирать. Хочу писать музыку. Господи, сейчас меня, наверное, вообще не слышно, что я там шепчу. Напиши много песен и стань артистом. Всех люблю. Хочу отблагодарить вас от всей души. Господи, у меня все там, наверное, душа опять вся потекла. Дидар. Ануарчик плачет. Мохит. Мои сладкие дети. Там хоть снимают у меня Рэй крутой. Что делаешь, Рэй? Обалдел там, что ли? В край. Ну, тебе маленький какой невешно. Красавчик. Он как кореец выглядит. Как айдол.
Нейтрона перекрасьте. Белые волосы мне идут. У него и так не очень выразительное лицо, а они еще и белые волосы ему делают. Ему наоборот надо что-то потемнее, и он будет выглядеть намного, намного круче. Так, все, на сегодня хватит. 9-й эпизод. Следующий, что у нас? Так, 9-й эпизод. На этом я сегодня заканчиваю. Устала.